Девочки и мальчики, всем привет! Ко мне мама пришла. Сейчас мы будем с ней оладушки есть. Я вот пожарю, ну и потом вам покажу. Ну все, оладьи на столе. Вот так вот у нас. Мама, тебе в чай надо молоко? Давай. Чтоб не очень горячий был. Тоже не очень горячий. Приятного аппетита. Сгущеночку накладываем. Сгущеночка это филимоновская, мам. У меня банка была открыта. Красивые оладушки. Да. Они без сахара, поэтому вот со сгущенкой. Я никогда в оладьи сахар не кладу. Ну, на любителя. Кто-то любит сладкое, кто-то любит не сладкое. Вот для всех подходит. Кому сладкое надо, тот добавит варенье, меду, сгущенки, чего угодно. Через край. Ну, много получилось для себя. Ну, уже сейчас шевелятся люди. Угу. Вкуснятинка. Угу. Мам, тебе тоже кремушек, мам. Это этот Фаберлик. Я Оле подарила такой. Вот спасибо. Лизуньки такой взяла и тебе. Он жирненький. Это для такой. Рук, да? Для лица, для рук, для всего, да. И вот меня он спасает именно вот в такую погоду зимнюю, морозную. А то у меня вечно обморожение на лице. Угу, спасибо. Ну и... Я люблю в таких коробочках. Я тоже люблю и не в тюбиках, а именно в больших коробочках. Они удобные. Мне тоже нравится. И теперь там есть такой же крем, только манго. Я хочу еще такой крем манго заказать тоже в такой коробочке. Вот, это маме подарочек. И это манты с пельмешками тоже заказала для себя. Для тебя возьмешь потом. А мне Оля вот тоже заказала. И будем в общем, пировать. Да, в общем, сытенькие будем в новом году. Да. Ну, мы и в этом не голодали. Не были, да? Мама равно. так постройнела. Ты в это платье прямо, вот знаешь, дюймовочка. 79 килограмм, 100 грамм. 100 грамм, а была 80? А была 86. 86, ну молодец. Считай, 7 килограммов, как с куста. Ну заметно, и плечики такие маленькие стали. Довольная. Дюймовочка. Да, да, довольная. Подстриглась, сходила. Говорю маме, давай ногти сделаем. Она говорит, пока не буду, в следующий раз. Они у нее уже отросли. Со следующей пенсии. Ой, ну прям. Ну да и так могу. Прямо бедствуем. Сейчас еще прибавят. Да. Вообще богатенькие. Да вообще. Че, мама, песенку-то споешь? Да вместе с тобой, если. Ну давай. Надо зимнюю теперь. Надела валенки, знаешь? Не знаю, но если что, подпою, давай. Ну, давай. Пусть строго не судят. Надела валенки снежком побелены, на елке маленькой иголки зелены. Я с каждой елочкой знакома за руку брала иголочки, несла их за реку. Любовь несмелую свою слышала. Рубашку белую на память.
память вышила, о чем мечтала я, в узоре сказано, две нитки алые узлом завязаны. Метет метелица, луна не светится, а мне не терпится с тобою встретиться. Снежинки встречные, как иглы колются, слова сердечные тебе откроются. Снежинки встречные, как елки колются, слова сердечные тебе откроются. Надела валенки снежком побелены, на елке маленькой иголки зелены. Я с каждой елочкой знакома за руку, брала иголочки, несла их за реку. Я с каждой елочкой знакома за руку, брала иголочки, несла их за реку. А почему не пела? Мам, так я не знаю эту песню. Ну, говоришь, знаю эту песню? Не, мам, я не сказала, что знаю. Я говорю, ну давай пой, я, если знаю, подхвачу. Не знаю вообще песню. Даже мотива не знаю. Так уж, что-то подвыло немножко. Ну, прекрасно, мама. Молодец. Оля мне вот такой календарик подарила. На, посмотри. Каждый день праздник, мам. Каждый день какой-нибудь праздник. Весь календарь, весь год. Скоро люди разучатся работать. Одни праздники. Зачем это надо? Мам, так там праздники такие смешные. Например, праздник коктейльной соломинки. Представляешь? Ну, такие. День гаданий, день ныряния в прорубь. Ну, а ну это шутка. Да, шутка. То есть календарь подсказывает, что каждый день нужно самому создавать себе праздники. Это не значит, что не надо на работу ходить, ничего делать. Нет, ну это, а то уж вообще что-то вот не нравится мне эти, что каждый день что-нибудь доесть. Ну это чтобы в магазинах покупали продукты, подарки, маркетинговый ход такой. Да. Ну, это посмотреть, конечно, интересно. Смотрите, какое у нас небушко. Сейчас с мамой смотрели в небо, пролетал самолет, и сразу за ним полоса эта тает. След буквально сразу исчезает. Когда это обычный самолет, просто пролетел, и тут же полоса растаяла, и небо чистое, ничего не осталось. Вот такое, наконец-то у нас голубое небо. Там над городом еще облака плывут. Ну вот это облака, естественно. И все, самолеты, я весь день смотрю сегодня в небо, нет самолетов, все. Вот объявляли режим черного неба с 25 по 29. Вот именно в это время и летали самолеты. Сегодня 30, небо чистое, никаких вредителей нет. Вообще нет самолетов. Опять дни они кружили.
Теперь можем дышать спокойно.